Друзья, всем привет! Я надеюсь, вам понравилось решение задачи номер один. И сегодня мы разберем решение следующей задачи. Мы будем проверять, является ли строка палиндромом. Это довольно частый вопрос на интервью. И само задание звучит следующим образом. Написать функцию, которая принимает строку как свой единственный параметр и возвращает true, если эта строка может быть прочитана одинаково слева направо и справа налево, игнорируя регистр. То есть эта строка является палиндромом. Пример палиндрома вы можете увидеть на экране в скобках. Итак, приступим к решению. Для начала запишем функцию, которая принимает строку и возвращает булевое выражение. Назовем ее check. Input string. На выходе bool. В теле функции запишем следующее выражение. Return input dot reverse равняется input. И далее мы увидим ошибку. Она говорит нам о том, что reversed, он нам возвращает не строку, а generic. А нам нужно вернуть строку. Поэтому мы пишем string и заключаем это выражение в скобки. В задании также есть второе условие о том, что регистр должен быть игнорирован. Для этого мы создаем константу lowercase которая равна input.lowercase и вставляем ее в наше выражение. Теперь проверим решение задачи. Вызовем функцию check и в качестве входной строки укажем наш палиндром, но без пробелов. Проверяем. Видим true. Таким образом, задача решена. Вам спасибо за внимание. До новых встреч!